Предстоящие выходные можно смело назвать спортивными, и объясню почему. В России отмечают 3 дня подряд день зимних видов спорта, а в Саратове по этому случаю организовали городскую лыжню. Так что лыжи в руки и вперед! Мы находимся в состоянии карантина, очень много школ у нас на карантине. Самое главное, чтобы не было каких-то противопоказаний со стороны врачей. А так, главное желание. Большинство спортсменов перед соревнованиями слушают музыку. Она помогает им сосредоточиться перед серьезной борьбой. Но если вы не любите спорт, а любите музыку, то отправляйтесь в эти выходные в консерваторию. Гвоздем этой программы будет премьера в Саратове очень известного сочинения «Магнификат» современного английского композитора Джона Раттера. Этот композитор ныне живущий, вот он до сих пор творит в Англии. Главное, лыжи, а мохнатого друга обещали найти. В эти выходные в Саратове пройдут гонки на собачьих упряжках. В турнире примут участие не только профессионалы, но и любители. А вот саратовскому боксеру Артему Чеботареву в эти выходные явно будет не до лыжных гонок, ведь ему предстоит защитить свой чемпионский титул. Бой пройдет в Турции против местного боксера. Так что после зимних прогулок все к телевизорам поддерживать Артема Чеботарева. И все же предстоящие выходные советуем провести вам активно, а не лежа на диване. Хотя отдых после физических нагрузок приветствуется. Удачи! Все, я отдыхать.